всем мире стартовала 4-я глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН, которая продлится до 14 мая. Мероприятия в рамках недели пройдут во всех регионах страны. В Якутии, как и во многих других, эта акция «Сохрани жизнь, сбавь скорость». Ее уже поддержали педагоги, дальнобойщики, мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы. Также сотрудники ГИБДД проводят в эти дни социально значимые мероприятия, направленные на предупреждение ДТП по причине превышения скорости, а также по профилактике ДТП с детьми пешеходами. Государственная инспекция Якутии призывает жителей республики присоединиться к акции «Сохрани жизнь, сбавь скорость», поддержать идеи глобальной недели безопасности дорожного движения. Свою поддержку можно выразить безукосительным соблюдением правил дорожного движения, дисциплинированностью и внимательностью на дорогах. Кроме того, сотрудники ГИБДД проведут на территории республики в выходные дни массовые проверки по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.